Добрый вечер, уважаемые друзья! С вами Александр Калинин. 1 июня, 20 часов 30 минут. Обращение к министру иностранных дел и европейской интеграции. Господин Цюля, в Венгрии, в городе Будапешт, в центре временного содержания находится гражданка Республики Молдова. Прошу вас оперативно решить вопрос по возвращению гражданки домой. Нашу соотечественницу ждут дома несовершеннолетние дети. Вся сложность в том, что сотрудники Центра временного содержания не могут связаться никак с консульским отделом Республики Молдова для оформления всех необходимых документов. Прошу консульский отдел Республики Молдова в Венгрии оперативно подключиться к вопросу для возвращения нашей гражданки домой. Предоставляю вашему вниманию видеообращение госпожи Марии. Всем добрый день. Мое имя Мария Раданова. Я гражданинка Молдавии. Я нахожусь в венгерской миграционной службе временного содержания. В связи с тем, что меня Румыния не пропускает транзитом, так как я ехала с Чешской Республики, в Молдавии я ехала на автобусе. На румынской таможне всем, кто имел просрочку, ставили в паспорт по 100 евро. Я не поставила, так как у меня денег не было, потому что в Чехии работы у меня в связи с карантином тоже не было. Румыния заставила меня подписать какие-то бумаги, не перевели мне ничего, и меня вернули в Венгрию, где сейчас я нахожусь. Я прошу вас помочь, помогите мне. Суд меня оправдал. Я могу спокойно ехать домой, но они меня не отпускают.